Решим задачу. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 36 π, а диаметр основания равен 6. Найдите высоту цилиндра. Вот нам дан цилиндр. Его площадь боковой поверхности равна 36 π. АБ – это диаметр, он равен 6. ОH – высота цилиндра, ее нужно найти. Решение первое. Сначала найдем радиус цилиндра. АО равно ОБ равно радиусу равно диаметр разделить на 2 равно 6 разделить на 2 равно 3. R равно 3 – это радиус основания цилиндра. Он нам понадобится в дальнейшем. Второе действие. Вспомним формулу площади боковой поверхности цилиндра. Она равна 2πRH. Запишем эту формулу наоборот. Так нам будет удобнее. 2πRH равно sbok. Подставляем вместо радиуса троечку, которую мы нашли. Пишем 2π умножить на 3 умножить на h равно 36π. Это площадь боковой поверхности. Умножаем 2 на 3. 6π умножить на h равно 36π. Выразим отсюда h. h равно 36π разделить на 6π. Π и π сокращается, а 36 разделить на 6 будет 6. h равно 6. Это высота нашего цилиндра. Подписывайтесь.